отвали. Десятиминутным штрафом наказан Иван Шимов, номер 13, Динамо Казань. Чемпионата России по хоккею с мячом. Красноярске в матче между Енисеем и Динамо Москва. Счет. Команда Динамо Казань играет в полном составе. Десятиминутным штрафом наказан Максим Пахомов, номер 10, команда «Динамо Казань». Идет второй тайм. Счет 5-3 впереди Байкал Энергия. Oh my God!